Бейт. Наир Меликян действительно священник и певчий. А что самое смешное, фамилия его соперника из Испании – Де Джизус, где приставка «Де» означает, что одного из его предков назвали в честь Иисуса. На все свои бои Наир выходит в рясе священника под христианские псалмы. Он плохо говорит на русском, но благо Морис Балиян, чье интервью вы также найдете на нашем канале, взялся помочь с переводом. За что мы выражаем ему особую благодарность. Итак, что делает священник в ММА? Как можно совместить службу в храме с избиениями, смотрите в этом интервью. Друзья, всем привет! И перед началом этого видео небольшой спонсорский блок. Наши друзья из марафона предоставляют лучшие коэффициенты на спорт. И если вы ставите на ММА или вообще на все что угодно, то переходите по ссылочке, закрепленной внизу в комментариях, и делайте ваши ставки. Поехали! Справа от меня стоит Наир Меликян. Только что он одержал очень зрелищную победу в очень крутом бою. Поздравляю тебя. Спасибо. Отличная победа. Расскажи, что чувствуешь и что вообще думаешь после боя. Շնորհակալ եմ իմ ընկերներից, հատկապես Արթուր Խաչատուրյանից եւ Արկադի Այվազյանից, շնորհակալություն իմ ընտանիքիցս ու ամենագլխավորը Փառք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, որ ես հաղթանակը պարգևեց, ու շնորհակալ եմ բոլորից. Я когда выходил, видел арену, тут много очень людей, я понял, что моя работа, мои тренировки не пошли просто в воду. И хочу поблагодарить моих тренеров, моего Господа. И вот так вот. Наир, расскажи про свой костюм, в котором ты вышел. Я так понял, что ты священнослужитель? Да, я есть якихотякан царайогем. Ուշն ուրախալություն եմ ուզում հայտնել մեր հոգևոր հովիվ Հայ Մաղաքյային, մեր Տեր Տաթևից, Տեր Եղիշեից, Տեր Նարեկից, կներեն բոլորի անուններ, ում չեմ հիշատակում, ես իմ եկեղեցյական ես շորով մտնել ինձ ուժա տալիս, էլ ավելի լավ եմ զգում ու պատրաստ եմ, փառքել մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, հետարողը. Да, я священнослужитель и хочу поблагодарить всех моих священнослужителей, которые служат со мной. Я выхожу в этой одежде, и она мне придает силу. И вот так вот. А как у тебя получается совмещать вообще службу с тренировками? Нет, нет. Вообще чихангару. Авели ужаталисинц. Тирош паркинц авели ужаталис. Ես եկեղեցուց փոքրուց մինչև հիմա ծառայում եմ ու պետք է միշտ ծառայեմ եկեղեցում։ Առաջինը պետք է դասենք հավատքը, հետո նոր մյուս։ Առաջինը դա է մարդուկյանը։ Он говорит, это мне никак не мешает, наоборот, это мне придает силу. Я хожу в церковь, и это мне больше придает силы. И говорит, на первом месте должна быть церковь, только потом все остальные дела. Сейчас вокруг тебя очень много народу. Расскажи, откуда такая поддержка и скажи. Я Сахалкалакиц, Джавахкиц, Шнуракалусун, Хайтумем им Хогу им Хайренакицнерин, им Хогу Джари Завакнерин, Хай Завакнерин, то Гасват Зошти Болорин. Шнуракалумем Хай Азгицес, Верац Азгицес, им Джавахк, Лернашхариц. Я из Джавахка, из Ахалкалака, это в Грузии находится армянское поселение. И все эти люди пришли меня поддержать. Я очень благодарен моему народу, всем моим землякам. Наир, поздравляю тебя, это было круто. Отличная победа. Спасибо тебе за перевод. Да, друзья, подписывайтесь на инстаграм Наира, он появится внизу. Подписывайтесь на КММ, мы не спрашиваем про план на бой.